Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня я хочу объявить такую небольшую информацию о том, что я решил и сделал группу ВКонтакте, в принципе, которая, ссылка на которую будет в описании под этим видео, вот там можете посмотреть снизу. И, в принципе, что еще могу сказать? Ну, хочу сказать то, что вступайте в группу. Там всегда будут свежие новости, и я не знаю, но я думаю, если вы зададите какой-то интересующий вам вопрос в группе, то я думаю, я быстрее отвечу, чем либо где-то в другом месте. Пишите, ну, какие вас вопросы интересуют. Да, я там, в принципе, еще хочу сказать, что это мой первый подкаст, и я не буду тут рассказывать никакую огромную информацию, а просто скажу о том, что я сделал группу ВКонтакте, ссылка на которую будет в описании. И хочу сказать, что у меня есть еще пару идей, что и как можно сделать, и я думаю, что если я это надумаю сделать, то я запишу еще пару подкастов, и там все расскажу, что и как я хочу, в принципе, сделать, да. И в принципе, все, что я хотел сказать. Главное, что то, что я хотел сказать, что я сделал группу ВКонтакте. И, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И ставьте лайки. И все, всем удачи, всем пока.